Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 10. Попрыгунья стрекоза половину каждых суток красного лета спала. Третью часть каждых суток она танцевала, а шестую часть пела. Остальное время она решила посвятить подготовке к зиме. Сколько часов в сутки стрекоза готовилась к зиме? Одни сутки у нас состоят из 24 часов. Если 24 разделить на 2, то получится, что 12 часов в сутки стрекоза спала. Это половина каждых суток. 24 разделим на 3, получится 8 часов. Третья часть суток стрекоза посвящала танцам. Шестая часть суток – пению, значит, 24 разделим на 6, мы получим 4. Столько часов в сутки стрекоза пела. Если от 24 отнять то время, которое стрекоза и развлекалась, это 12, 8 и 4, 12 и 8 – это 20, и 4 – это 24, то получается, что к зиме стрекоза готовилась 0 часов. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.